Вечно орущая манда, не затыкаясь никогда, несется вновь туда-сюда. Если ребенок твой орет, не закрывает он свой рот, то он с нее пример берет. Да. Ах ты, сука! Ненавижу! Ой, Миша, да ты разговариваешь! Нет, блядь, не разговариваю! Но теперь, видимо, начинаю, потому что у меня сил больше нет! Ой, Миша, ты чего кричишь? Тебе нужно варенье покушать! Наберу-ка я говняшек и, помоев, натащу сотню умерших букашек и мешотку угощу. Бесит! Заткнись нахуй! Ненавижу твои странные песни, мразь! Ой, Мишка, да чего это с тобой? Из-за тебя, дубина туполобая, у меня до сих пор нет самки! Я нашел единственную на весь лес, но ты каждый раз там свидание портишь! Из-за твоего ублюдочного характера тебя и бросили родители посреди леса у железной дороги! И я тебя терпеть больше тоже не собираюсь, понятно? Пошла нахер отсюда, я жить хочу! Ну у тебя, Мишка, ты чего-то сегодня сам не свой? Я домой пошла в куклы играть! И косынку сними, дура, ты ее недостойна, сволочь поганая! Ёлки зеленые, да неужели свалила наконец? Слава богу, пойду хоть в кои-то веки со зверями прибухну да потрахаюсь! Здесь кто-нибудь есть? А? Дайте знак! Эй, медведиха, вылезай! У меня для тебя сюрприз! Эй, да почему никого нет? Куда подевались все звери? Семеновна, как вы и заказывали, доставили вам животину лесную, дабы прибыль чистую удвоить. Молодцы, парни! Каждому по бочке кваса и мешку зерна. Запускайте клиентов, рабочий день начался. Сука! Bye.